У Черного моря. А тебе слышишь, что эта музыка играет у Черного моря? Эх ты, красота, ёшкин кот. Друзья, всем привет, с вами Денис Карипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, и шо? Эй, у меня идея, Коля, видите? О, так что я хотел сказать. Мы сейчас едем, как всегда, суббота, по традиции, готовить что-то большое в казане огромном. Сейчас купим килограмм 10, 15, 20, 30, 40 молодой картошки. Много курицы и сделаем красиво. Я сейчас... Тебе не слишком много курицы? Это не только мне, это еще и людям. Это просто свежее. Ёшкин ты кот. Я хотел ему помочь, тебе я почти передумал. Не, ну, Коля, остановитесь. Ты что? Это вся машина вам на сегодня? Вот это вы торгуете, молодцы. Что уже, ты уже будешь тянуть ее? А мы сейчас с тобой поменяемся. Да? Ты, наверное... Ага. Давай, по-братски, выезжай сюда на центр. Я вообще хотел с тобой поменяться. Думаю, дам тебе Миланию, а сам, короче... Я уже привык. Потолкаю эту тележку. Все, я понял. Короче, я держу курей, а ты тягай, все будет нормально. Я взял нормально, у меня пальцы... что? Помоги продать это. Что просто? Ребята, покупайте у них курицу, что вы делаете, елки-палки? Мы по дороге распродались, и тут... А, сразу? Побежали. Подходи, покупай на курицу, ну летай. Почем, недорого, да? Да. Два лотка берешь, третий в подарок. Слушай, сейчас хорошую половину я у тебя заберу, потому что нам сегодня надо много. У нас одна женщина скупляется. Ага. Ее маленький сыночек, зовут Андрей. Ага. Ваш почитатель. Андрюха, привет. Да, мы это самое пообещали, что вы передадите ему привет. Андрей, special edition. Была бы рында, я бы еще и в рынду дал. Спасибо, родненький, за то, что смотришь, за то, что нравится. Заставляет маму готовить борщ только по-липовански. Правильно. Андрей, а мама вам уже купила афганский казан? Так я вам рекомендую, литр на 10, вещь просто необходимая. Дома, аж бегом, что на плите, и как вы поворачиваете? Что на газу? Будем как-то поворачивать. Катюня, потихонечку, елки-палки. Давай, может, на коляску? Ты что, мы пахали, я и Коля, ты понимаешь? Давай, а там понасыпали у тебя. Ох ты что. Взять коляску? О, тихо. На, кати коляску. А я буду катить Колю. Давай. Так я давайте сверху сяду, а вы меня катите. Нормально. Нет, сверху пусть оператор садится и снимает. Так, аккуратно колдобины. Опача. Вам надо такая тачка уже как на привозе, вот это вот на колесах вертолетных здоровая. Не говори, пора бы уже обзавестись, да? О. Началось утро. Чего, правильно. Там такая красивая гортензия, мне она просто необходима. О, не, на самом деле красивая. Не такая красивая, как эта курица. Слышишь? Главное, чтобы не забрали. Иди, договорись заранее. И что? О, так слышишь? Ёлки ты палки, полный порядок и прямо под зонтик. Так. Ура! Один ящик ему что, отдайте что, сразу же. Так, оставь ты цветы в покое, мне надо курица. Вот прямо 5 штук здоровых. Ну подешевле. Все, давай. А я же на скидку заработал? Конечно. Давай, нормально. Одна бесплатно. Одна бесплатно. Ты что? Ох, Катюня, говорил тебе пораньше вставай. Это я тебе говорила пораньше вставай. Пошли пока гортензию возьмем, чтобы не забрали. Давай. Ребенка никому. Не, у меня свой такой. Спасибо, спасибо. Теперь у вас их два. Посмотри, какая просто такая красивая. О, троица ж завтра. Здрасте. И венечек возьмем тоже. Почем это за прелесть, гортензия? Катюня, у тебя есть деньги? Да. Скидку проси. Мы постоянные. Я знаю. Все, а вы говорите, что 550, 500, за 500 отдам. Все, я договорился. И возьми три таких этих самых. Один Свете Марата. Ребята, с праздничком, с наступающим. Да. Ох, и богатючие. Очень красивый. Один маме. Вау, и полынь, и пшеница, и мята, один. И все, что хочешь. Очень красивые. Очень красивые. Даже не буду спрашивать, почем. 50. Нормально. Эх ты, а где еще один третий самый? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот мне вот этот не нравится. Какой? Вот мне надо менее лохматый просто дайте, пожалуйста. Да, о. Вот ты, Катюша. Ну, что ты поделаешь? Когда мы попадем в эфир? Уже. Ребята, срочно все сюда. Так, что всовываем, да? А скажите мне, эти гортензии, они у вас в грунте растут? Да. Это садовые, не помогли. А нужно их вот там в таз, кислой средой поливать? Да ей кто-то там брехни рассказал, елки-палки. Ну, да посади ты их в землю, успокойся, все будет нормально. Удобрение для гортензии. Все. И почва тебе будет кислая, все будет нормально.
Катя, это шедевр, да, я его недолго потрогаю. Подожди. Все, я взял. Я взял, держу. Сережа, так ее в вазон надо? Катя, в землю, из этого вазона. А, все. Слишком много вопросов, просто отдай деньги. Слушай, давай я сама спрошу, я отдам деньги. Ага. Иди за курицами. Не, я пойду в машину уже. А, ну иди в машину, аккуратно начинается. Там положи мои цветочки. А за что? Да. Ага. Возьмите вот так, поднимите. Потому что он пластмассовый, может лопнуть. Ага, а я ногой бы подловил его. Все, я и вас понял, услышал. И что с него будет? Боже, смотри, какой красивый. Сразу посажу его. Спасибо. А-а-а. Не, богатючий пипец. А сколько у него там молодых прет, Катюша? Да? Надо все, выпить. Я тебе на день рождения осенью ничего не дарю. Иди давай. Я думаю, что она вырастет к этому времени. Угу. Давай. Ребенок на базе, на базе. Ох ты, ребята, короче. Ну, суббота, суета, все нормально, чтобы они были здоровы. А жизнь остается прекрасной всегда. Состаришься ты или молод. Здрасте. Справился? Но каждой весною так манит. Туда, в Одессу, мой солнечный город. Ты шо, я отловился? В Одессу, мой солнечный город. Думал, что у вас за утки волосатые? Ты понимаешь, мохнатые ноги, смотри. Эй, красиво, братик. Вот это ты придумал. И что, нам взвесили? Ой, а цветы. Я сейчас отберу. Катюня? У нас люди с ними фотографируются за деньги. Да? А ты что? Откат не надо, пусть фотографируются бесплатно. Вот это да. Ну иди давай заходи, что ты вот это дакаешь. Пусть Саня выносит. Сейчас я вынесу. Музыку. Только со спаржей, смотри, не перепутай. Спаржа опять ты домашняя видел, заехала. Ты посмотри. Да что ты, кто махровые? Пионы. Да. Спаржа тоже красивая. Спаржа просто бесподобная. Смотри. Ох ты что. Махра. Ёлки-палки, ребята. Это пионы пионовидные? Ну, ты видишь, какие набитые. И красиво просто, прелесть. Спасибо огромное, давайте мне курицу, я опять ушел в машину, Катя, да успокойтесь, только... да, да, опять здоровеньких, сейчас это, Коля, они мало лишнего пакетика, ты держи, а может ты возьмешь держи водички, анализы эти, что, они не повянут, пока мы тут с тобой по базару ходим, ух ты, иди покажи сюда людям, какие мы берем для людей, ешкин ты кот агрегат, это что за полустраус такой, да, зимой хватит, просто есть у меня такие крупные, отдай две такие, три такие, все. Потому что сегодня будет казан кебаб с молодой картошкой. А я не знаю, Коля, почем? Почем пионы? Вчера продавали, сегодня я не знаю. Вчера были по 15, сегодня по 20. Сегодня по 20. Не, сегодня вообще не продаются. О, Катя, иди сюда, подожди. Так может ты мне такие 5 дашь? Давай такие 5, то оставь для приезжих. Вот это шикардос. Вот это Андерсон. Сегодня базар у нас будет легкий, но очень тяжелый. Надо будет еще... купили, курицу взяли, пионы забрали. Подожди, а картошка? А, ну картошка. А заехать там сейчас карася мне вылавливают отборного с родословной 30 килограмм, может быть 40 тоже. Сегодня нет, за карасем прямо... мы не пойдем. Берегись бицепсы. Что? Как не пойдем? Так, я... Тебе люди со всего мира на карася едут, она говорит, не пойдем. Ладно, я вырежу. Ребята, вот только я для вас стараюсь, она такое, только за пионы свои думает. Смотри, какой ковер. Слышь, а если их скрестить? Гортензию с пионом. Никто еще не догадался? Попробуй. Голландия? Если что, я запатентовал. А чего нет? Пионовидная гортензия. Или гортензивидная... Роза же есть? Что? Роза же есть пионовидная? Ой, розы. Ой, Аня, ты что? Я плохо спал. Оно мне пахнет и пахнет, пахнет и пахнет. Прямо не то, что миллион, миллиард роз. Красиво? Очень. Вот мы первые гостовые помидоры поворачиваем, огурчики. Ага. А потом на розы перейдем. Пионы. С розами. А знаешь, как сажают? Да не, я схожу. Ты помоги рассчитаться. Все. С тобой. Вот это я набрал. Все, и за цветы не забудь тоже скидку ей сделать. Эй, я опять ушел, ребята. Вот так вот буду все время мелькать в кадре, что угорело, елки-палки. Фу, со всеми порассчитывалась. Поставь коляску на ручник. Здрасте. Что, как дела? Нормально? О, Марат, Джан, смотри. Ой, слушай, а мне Барбарис знаешь, такой, надо? Барбарис да. Другой. Что надо? Я сейчас скажу, что надо. А ну, подержились это вот. Фильмоскоп. Покажи, тихо, там, ты ж, я держу. Операторов. Да ты что, чуть не выбросила, я тебе говорю. Сейчас я скажу, что мне надо. Люди спрашивают, на что мы такое снимаем, на какую камеру профессиональную из Голливуда прислали. Черный, ребята, перец молотый Samsung. 200 грамм. Черный. 200 грамм? 200 грамм, да. Ага, черный молотый. По-богатому. Отлично. Вот и пахнут ваши духи здесь. Ой.
Сухой базилик 200 грамм. Ого, хорошо. А что ого? А что ого? 200 грамм, это будет... Это ого. Да, а у нас мы его любим, мы его пихаем, тем более знаем куда. Базилик черный, это самый лучший. О, самый насыщенный, отлично. Да. Насыщенный. Катюня, так как здесь все самое лучшее, бери всего по 200 грамм. Что там а все, больше ничего, по-моему. Загуститель для сметаны. А, нет. В сухом виде, да. Нету, да? Это не здесь. Кумин, барбарис, зира. А килограмм не надо, да, вам? А кого, перца? Не, а он выветривается, нет. Выветривается? Хорошо. Немножко. Все. А так лучше мы чаще зайдем сюда, ароматники возьмем. Все. Ох, а соусов тут. И соевые, и унаги, и терияки. Прям кисты. Кемали? Ой, а мы недавно чекапули готовили. О. Томатные сацебели. За аджику у меня есть рецепт. Спасибо подписчикам прислали. Будем исполнять. Правильно, Катюша? Смотри, какой красивый чайник. Да, да. Кому что? Это моя свекровь мне купила. Очень красивый. А, именной семейный? Обалдеть. Да. Я его из дома принесла, все спрашивают. Вы продаете или нет? Я говорю, нет. А вы как Катюня моя, тоже любите статуэточки, чашечки всякие, тарелочки красивые? 10 гривен. Не создаем очередь. Подрабатывать стал? Да я помогаю. Ты видишь, у нас видео началось с того, что я уже, короче, этот, помог ребятам курочку. Точнее, заработал себе на скидочку. Все. Ага. Ой. Лепешка вкусная. Да просто бомба. Прям в тандыре, как полагается, да? Да. Ляп-ляп. Соль, вода, мука. Я вот мечтаю так, приготовить. 140 грамм, я думаю, хватит. Базилик в следующий раз придете, я вам... Свеженький опять. Хорошо, договорились. Так. Я говорю, хочу самсу сделать или лепешку. Сделаю. Соль, вода, мука. Ого, смотри, сколько этого базилика. И здесь 135 грамм, я же говорю, 200 грамм. Да, не, он же легкий и объемный. Да. Так, сколько мы должны? Все вместе 200. Здесь не 200 грамм черного перца, 250. Давайте 300, как для тракториста, не? Такая цифра хорошая. А? О, блин, да не, хватит. Да. Сколько я должна? Сегодня какая-то не закупка, прямо гигантелская 200. Движуха. 200 тебе сказали, да. 200 с базиликом. Так, а что ты, давай хлеба возьмем. Ее надо это? Это вы сами делаете? За место чего? Ой-ой-ой. Да, три больших листа. Спасибо огромное, хорошего дня. Катюня, иди, я тебя буду скоро угощать, разрешите, когда разморозится. Слышишь? Меня там забаррикадировали. Сы. Грецкий орех и вся зелень. В пасту перебитая. Говорят, от смеха помогает. Мне уже ничего. Мне уже ничего не поможет. До свидания. Спасибо огромное, до свиданечка. До свидания. Катюня. Что, Сергун? Слышь, я хотел хлеб купить. Вот же неспокойная, елки-палки. Уже этот. Засунула и сулугуни. Спасибо за гостинцы. Все нормально. Спасибо. Вот это да. Ну что? Что? За картошкой? Охотится. Давай, не, что-то мы хотели еще. А, грибы. Там три ингредиента. Ребята, рецепт простой. 4. И казан еще надо. Казан, курица, картошка молодая. Ой, ты красивая, иди сюда. Кс-кс-кс. Иди, прелесть ты. Ой, ты моя хорошая. Так я на чем остановился? Курица, три ингредиента. Грибы, картошка, казан. Все. Слышишь? Пробегай, ребят, даже не заходим. Даже не поздороваешься? Ты что? Конечно нет. Ребята, здрасте. Бог помощь. О, салют. Эх ты. Картина маслом. Погнали дальше. Кукуруза молодая. Вот тут я покупала помидорки. Вот тебе и гортензии. Все, что хочешь. Перцы роз. Слые. А баклажан какой. Вот надо было вот такие покупать уже. А я вообще не покупала баклажан. Плохо. Так вот тебе, пожалуйста. Сама икру лупит без остановки и не покупает. Сельдерей. Все, что хочешь. Алло. А куда ты идешь? Показать тебе красоту? Ты же давно этого не видела.
Посмотри, полюбуйся. Ой, черешня. А ты помнишь, почем мы вчера брали? А ну сравни с Одессой. 140. Тут красивая. А почем черешня? 150. Сколько? Как ты что, вот эти цены посыпались? Блин, где ваша очередь? Что, вкусно? Вообще. Это еще крупнее. А, вот куда ты идешь за грибами. Ах, вот я куда иду за грибами. Здрасте. Что, как всегда, свежие? Обалдеть, какие, даже не знаю. Что, вот те идеальные. Почем? Да ты что, договорились. Сколько мы рассказал? 2 килограмма. Он сказал килограмм. Давай полтора, давай. Ни тебе, ни мне. Полтора вот этих красивейших. Ты хоть видела? Иди покажи, они как будто бы эти. Что, проснулась? Надо покачать. А ты иди по грибам побегай. Там просто белоснежные. Я бы сказала, шикарные. Они только вылупились, правильно? Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, мои грибочки. Ай-яй-яй. Слушай, а я знаю, что вычитала? Нет. Что можно посадить под березами грибницу, и вырастут грибы. Да ты что? Ну, ваши под березами растут, да? Не, не шампиньоны. Под не березовики шампионы. Или белые. Что? Аня что-то там песни поет. Let me take me far away, you'd like. О, holiday. Да посадишь под березовики. Да, а у тебя? А у тебя пул какой-то? У меня карантин. А, о, класс. Значит, подожди, подожди. А ну-ка, чтиво, что там было? Дай-дай-дай-дай-дай, you be your woman. Там-дам-дам-дам-дам-дам. Все. И Тарантино тоже слова знаю. Так, здрасте. Что, полтора получилось, не? Катюня, давай сразу гроши. Сколько? Можно на 200 там. Да-да-дай-дай. Вот ты мне подсказала, Тарантино, теперь буду петь все время. Целый день. Катюня? А. Ты что, чуть в клубнику не стал? Смотри, картопля по 50. Здрасте. Но это большая. Ну, нам ее жарить. Может, и напополам. Я с другой стороны, что может, как это этот, блин, чищенную поищем. Ну, или сами посмотрим. Помоем. Да, мне кажется, тебе просто по размеру чуть меньше нужно. Ну, нам надо не сильно горох, но и не здоровое. Вот, кажется, наш размер. Смотри, какие. Ты видела такую примадонну? Смотри. Вот коносики. Как у тебя, Катюш. А у меня что такое? Это больше как у тебя, наверное. Нос. Вот это вот, вот эта частичка особенно. Вот это вот. Да тихо, не тебя, на тебя люди смотрят, елки-палки. Ты что? На тебе вот это вот, блин, будешь знать, как меня подшучивать. Здрасте. А что у вас есть прямо 10 килограмм в мешке вот картошки столько? Чуть крупнее, чуть мельче. И что я там вывезу? А ну сколько там? Согласен, прямо с землей. Сколько? 12? Минус 2 килограмма. Снимай, ты сейчас и себя, и... Да. Давай по-нормальному, и оператор сейчас получит по 50. Не, может отсюда наколупаем руками? Да бери кулек. Мне надо вот такая аккуратненькая. У вас, как обычно, вкусная еда, да? 14 300. Ну что? Да взял и пошел. Давайте. Она вся красивая, ну дайте заглянуть. Там земли. Ёшкин кот. Она с землей растет. Правильно, с землей продается. Пакет в подарок. Все, 14 килограмм мы уехали. Вот так вот и живем. Давай деньги. А что, а сколько она должна? 700 гривен. Правильно. Давай. Так ты что, эта румба в рот не влезет, елки-палки. Два раза может. Или пропихнуть хорошенько можно. У той помидоркой? А? Да? А ты, Катюня, румба. Ну что, иди, дай я тебе по губам по... Давай, возьми мне по такой елозию. А дай я вот такой румбы большой. Две. Чего? Ну, выворки вот эти вот. Да или... не надо мне две, одну. А маме? Не надо маме. О, чего все. Маме не надо. Я вам сейчас сделаю вот это. Только вы мне красивые выбирайте. Спасибо, что взять нормальный. Давайте две. Не давайте надо две. Мне две. Вот дочка, Я говорю, не только надо. Про помидоры думает.
что будет? Катюня, Света вернулась Марата. 100 лет клубники не ела. Хорошо, давай. О, слава богу, хоть Свете не отказала. А Света, если что, тоже мама. Килограммчик. 90. Марат, как я за вас топлю? Не благодарите. Не переживай, я за них сама могу потопить. Заходи. Оставь пока ее, пусть постоит. Пошли людям быстренько цены покажем. А какие цены? Там уже, там уже конец базара, да. Ну так я вот тут покажу и поедем. Так я уже показывал. Ну ладно, покажи еще раз. А, да? Показывай. Цитрусовые. Всесезонные. А я думала, ты на плечо, как приличный человек, положишь. Если бы мне тельняшки чаще стирала, так у меня было бы во что переодеться. Одна единственная, и то на плечо, говорит. А если запачкаю? И не стесняется. Давай, давай, иди. А вон попроси у человека тачку. Вернешь ему сейчас. Сам донесу. Чего? Да тут недалеко. Коляску поставим на тачку и мешок. Может, ты возьмешь ребенка на руки, а я... Она спит, не хочу будить. Вижу, как свеча. Теперь мне все равно. Сейчас. О, спасибо. С ведрами. Разъехались. О, это ж детки. Да, это надо. Фу, друзьяки, продолжение следует. Мы уже переместились аккуратненько на южный рынок, правильно? Угу. А и здесь под боком. Идем к Диме, зайдем. Посмотрим, топор мой приготовился или не приготовился. А, так а чё мы на южный приехали? Потому что на южном лёпа, а у лёпы шо? Карась моих размеров. Сейчас заберем. Рыбалка закрыта, надо же. Не везет тебе. Там, мне кажется, у вас договоренность какая-то. Да, конечно. Я как только с тобой сюда захожу, звоню им. Закрывайте. Ага. Липован идет. Катюня, Миланька, добрались. Дядя Дима, здрасте. Привет. Салют. Привет. Здравствуйте. Ты что? Тот раз забыли, Катя. Блин, да я вообще мне уже, как конечно, это... не сравнится с той посылкой, что вы получили, блин. Лорочка, ты вот шо, это прелесть. Ёлки-ты-палки. Последнее, это с усами, это на скрипке и ложка. Это короче, все. Тоже джапан, ты да, понимаешь? Да, это что же. Слышишь, тебе что, Лора тоже посылку прислала? Да, тебе, да, мне и маме. Ага. И Марату. А, извините, тебе, Марату и маме. Я здесь лишний. Сережка, ш... тебе еще такое чудо подарили. Их, правда, не набор, смотри. Блин. Но я их немножко почухал. Я вообще-то, спасибо тебе огромное, зашел. Может, просто так. Там... просто так зайти, поздоровкаться и узнать за топорик. Такие ложки. Коллекцию, ну, да. Уже собираю. Ты же знаешь, что мне нельзя такое предлагать. Хвосты рыбы. Пара и пара. Шикардос. Тут тоже то ли рыба, то ли какой-то непонятно да, кто. Да, но очень красивый. Спасибо огромное. Да. И что, а нельзя на топор посмотреть? Нет. Или... нет. Всем привет. Вот попался сегодня мясной топорик. Ого! Я ничего не делаю, колокол просто отдыхает. Обалдеть! Ты что, его уже продал? Нет, это мясники дали. И а, это мясники там, дали? Но там такой металл, что его лента просто съедает. Мягенький? Нет, наоборот, не съедает. А, он вообще не трогает его, да, лента? Один... Ёлки-ты-палки. Ребята, те, кто не знал, так это вот Дима. Не просто лазерная заточка, так еще и шикарная реставрация топоров. Серега. Мой топорик там, вот пока он не слышит, телефончик его. Может, кому интересно, там есть топор дорогой, а, знаешь? Дай, от... зубы драть. Что-то шершавенькое, чтобы не выпрыгивало. Да. Орешки колоть. Точно. Нет, я понял, но сразу меня этот циркуль смутил. А ты вот это... у меня голова просто многогранная, понимаешь? Я сразу думаю за другое. Куда всунуть так, чтобы еще и не болело? Обалдеть. Я телефон оставил, Дим? Да. Так что присылайте топоры. Дай хоть я один людям покажу примерно, что у тебя там под рукой валяется. Да, такое можно показывать все время. Чингачгук, большой змей, елки-ты-палки. Да. Смотри. А, она готова уже? Конечно. Себе. Вот он и сапку вот. Можно наточить, слышишь, что да, ты тут с топором? Да я сапку сейчас, умею. Что? Как умеешь? Хорошо, это в краешку.
Хорошая осадка. Это лучше. Не надо больше снять? Нет. Сережа, ты разбудишь Меланию. Да это ж музыка, елки ты палки. Так, короче, я говорю, что если там вдруг есть там дедовский, прадедовский топор, который жалко выбросить, но тебе хочется, доведут тебе его до ума. А я уже жду свой с нетерпением. Дима даже не показывает, говорит, наберись терпения. Эй, ну я подожду. Так, это тебе? А ну что там, Сапка? Нормально, слышишь, что ты что траву будет брить под полубокс, елки палки. Ага. Не топор, конечно, ну дай. Это Катины любимые звуки. Катюня, закрой уши. Это спагетти. Чингачгук, большой змей. Так, Димочка, держи, мы убежали дальше. Спасибо тебе огромное. За подгон топорик твой музыкальный. Ой, топорик, это сюда. Это я аккуратно сейчас рассуну по разным местам. Вот так вот. Вот это коллекция. Давай, мы как дом переедем, первый чай поедешь пить. Я вчера видел каску. Кто-то принес, да? Да. Я в нее орхидею всунул. Я ее каска, он там цветы. Да, я орхидею засунул. У нее состояние, конечно. Ага, хорошая ваза. Все, хорошего дня. Давай, я жду от тебя весточку. Да, здоровья, деткам. Спасибо, взаимно. Всем деткам. Счастливо. Спасибо. Давай, за карасем и валим. Риба. Дары океанов. Нам сюда, на запах лёпы. Слушай, а что, а помидоры можно сажать? День добрый. Всё лето? Говоришь? А? Помидоры можно сажать всё лето? Здравствуйте. Блин, до глубокой зимы. Здрасте. Здравствуйте. А уже у лёпы я забронировал, я же не знал, что у всех. Здрасте. И что, на что клюёт? На всё по чуть-чуть, понятно. Ага. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Лёпа, здорово. Слышишь? А что, ты мне уже моего отобрал? А ну покажи, чтобы... Ё-моё, смотри, Катюня, карась толстолоб. Да можно не трогать их руками, ёлки-моталки, ну хоть раз в жизни. Карась, чтоб ты не извозялся в этой рыбе, ну вот зачем? И что? Смотри, какой круглый, свежий. Вы что, на рыбалке были утром? Ох, богатырский. Ай, Дунаем пахнет. О, Катюня, что ребята все бегом к нам. Сколько там сегодня? 30 килограмм? Да. Хватит на сегодня, до вечера по-любому. Фу. Все, шикардос, засовывай. Да я пойду руку помою иди у кого. Иди помой, иди помой. Все, я аккуратненько. Вот ты тоже мне. Сюда. С мылом помой. А я вился. Здрасте, здрасте, здрасте. Ах, зачем меня мать родила? Карася сегодня, ой, блин. Один лучше другого. Да он вот это уродило. Что за гибрид, елки-палки, красавчик. Он об шорты повытирает. Да у меня не насморк, что-то я тебя умоляю. Спасибо. Фу. Катя. А. Ты меня не нюхала, когда я с трактора слезал, а то слава пахло. Богу. Солярка, масло, мазут, все дела там, шланги всякие там, шнеки, шестеренки. Ты думаешь, это хуже, чем рыба? Та рыба пахнет. А. Вот тебе, а. Они вот в натуральном виде еще прикольнее смотрят. Конечно, оригинал, елки-палки. Дети мои. Катюня, а вашей маме глосик не нужен? Нужен. Ну так сделай приятно маме. Шо? А что с ней делать, жарить? Там хочешь подвари, хочешь поджарить. Это просто не рыба, а песня, правильно? Не, ну ты как шо? Это? Вы спросили, что с ней делать. А у меня таким... Не, она а у меня... он меня только карасем кормит. Да. Она у меня этот... Что наша жизнь, игра. Она играет. Вот такая себе актриса, да? Хочешь в икру потыкать? Недорого. При таком муже невозможно не играть. 100%. Блин. У нас сегодня закупка, я не знаю, началась, короче, с курицы, картошки 13, 14, 28 килограмм, и еще и 64 килограмма. Катенька, бросай снимать, будешь помогать. Давай, скажи людям, до встречи возле сатана. Друзья, все души и с хорошим настроением для вас сегодня, блин, тягал. Картошку? Непосильную ношу. Короче, одесский телефон. Всем пока-пока. Чао.